Это мы проезжаем сейчас через город Самсун, который находится сразу рядом около Черного моря. То есть мы проехали через всю Турцию буквально за полтора суток. Продолжаем двигаться дальше. Причем сейчас мы сели на с таким дальнобойщиком, на такую фуру, которая едет от Стамбула, потом до границы Грузии, приезжает всю Грузию и едет в Азербайджан. Но мы-то, собственно, едем в Грузию. Сейчас мы с ним останавливаемся еще, проезжаем 400 километров еще по территории Турции и останавливаемся на ночлег вместе с ним на квартире. Вот такой интересный технократия город. Столько построек, каменные джунгли.